Друзья, всем привет! Сегодня хотел бы поговорить про новую тему — насадки на глушитель. Некоторые люди думают, что это своего рода тюнинг, но это думают лишь некоторые люди. Хотел бы я разобраться на самом деле, почему и зачем их все-таки ставят. Ну, может быть, некоторые люди действительно ставят их для тюнинга, хотя я не понимаю, какой из насадки может быть тюнинг. Ну и, собственно, в чем заключается этот тюнинг. Ну, может быть, немножко красивее, потому что действительно, реально красивее, когда вот такая вот трубка, чем обычный глушитель. То есть он идет и потоньше, обычный глушитель. И не такой привлекательный, как этот. Например, вот если у меня вот насадка хромированная, то глушитель обычно такого цвета не имеет. Поэтому сегодня я хотел бы разобраться, зачем ставить такие вот насадки. Лично свою точку расскажу, зачем я поставил. И расскажу, зачем ставят некоторые люди. И какой плюс такой насадки, когда она у вас есть. И какие насадки бывают. Значит, рассказываю, для чего подцепил ее я. У меня сам глушитель короткий, и он заканчивался где-то вот здесь, вот в этом районе. То есть, где начинается насадка. И у меня такой бампер, что получается вот здесь уже, вот где палец, уже идет, вот сюда может попадать дым. То есть, и вот здесь, где крышка багажника, это универсал, где крышка багажника, был плохой уплотнитель. То есть короткий глушитель, немножко она у меня дымела было время. И получается, сюда попадал дым. Часть дыма вылетала сюда, выходила, а часть дыма заходила в салон. То есть через плохой уплотнитель. Вот, немножко приоткрыто. Вот, видно, я доклеивал другой. Я очень много времени не мог понять, почему в машине воняет выхлопными газами. А особенно, когда открываешь окно, стоишь на светофоре или где-то едешь, очень сильно воняет выхлопными газами. Будь бы я еду на газу, будь бы я еду на бензине. И очень много тогда было геморроя. Все менял, все подряд менял. Когда определил, откуда все-таки идет гарь в салон, я купил вот такую насадку. И получилось так, что у меня теперь дым выходит не под бампер, а уже видно. Ну, то есть уже выходит и свободно он теряется где-то там сзади. Есть еще вариант такой, что видно вот, как оно все, то есть рядышком, да. Есть случай, когда у людей они много ездят, и нагревается выхлопная труба, естественно. И от этой выхлопной трубы деформируется вот бампер, вот в этом месте. То есть, где у нас труба. Просто есть такая труба, что она короткая, где-то аж там под автомобилем она заканчивается. А есть, что прям под бампером она. И нагревается вот эта вот труба, и деформируется вот бампер. То есть, прям плавится. Вот поэтому тоже есть такой вариант, когда люди покупают насадки и цепляют их на свой глушитель. Но такая насадка не подходит, нужна насадка с отводом вниз. То есть это вот сюда отвод, а нам нужна типа такая, немножко закругленная вниз. Еще вариант такой, зачем люди цепляют насадки. Те люди, которые ездят на дизельном топливе. Я замечал не раз, что Мерседес и там какой-то там 123, например, 190 там Мерседес. У них от того, что глушитель, то есть стоит вот в таком вот положении, коротенький, у них пол задницы, то есть если ехать за ними сзади, у них пол задницы все вот этой саже, гаре, то есть все в черном таком этом. Я думаю, вы замечали не раз такое. Бампер, фара вот эта, вся в саже, вся в такой черной этой. Тоже советую одевать такую насадку с отводом выхлопных газов вниз. То есть не будет все лететь назад автомобиля,
а будет все лететь в асфальт. Ну, естественно, асфальт с асфальта оно уже не будет красить ваш автомобиль. Ну, и есть люди, которые ставят насадки заради тюнинга, заради того, чтобы изменить вид своему автомобилю. Насадки есть разные, разные цвета. То есть есть вот у меня на один выход, а есть на два. То есть из одного глушителя получается у вас две трубы. Ну, я не знаю, это смотря какая насадка, но оно на некоторых автомобилях действительно реально круто смотрится, реально это все красиво и реально привлекательно. В моем случае тоже не заради, например, не заради того, что у меня дым попадал в салон, а заради тюнинга, потому что, ну, как вам сказать, ну, оно как бы покрасивее, когда вот такая вот, знаете, постоянно люди спрашивают, это у тебя что, прямо ток? А чё оно такое большое? Нифига у тебя сопло. А ну заведи. А когда заводишь, никакого звука и нету. То есть, вот такое вот видео. Я надеюсь, оно для вас было полезным. Если вам видео понравилось, ставьте лайк.